Ну а перед началом данного видеоролика хочу посоветовать канал моего друга Фертона. Он снимает разные РП в Motor Depot, а также пранки в Among Us. Давайте сделаем ему приятно и добьем ему первую 1000 подписчиков. И также передавайте привет от меня. Даже я подписался, всем рекомендую. Всем привет, с вами я, Ярикс, и сегодня я покажу просто самую секретную базу, а также секретную дорогу к ней. В Motor Depot, поехали. Так, она находится за лаптарами. Приезжаем в лаптары, я думаю, все знают. И поворачиваем, не доезжая до базы, налево. И, как вы видите, куда-то ведет секретная дорога. А именно, куда ведет, мы сейчас и узнаем. Также не забывайте подписываться на мой канал. Моя следующая цель – 4000 подписчиков. К марту. Я буду очень благодарен, если добьем. Ну, как вы видите, эта дорога просто вглубь леса ведет. Это прям вообще классно, неожиданно. Сам я обнаружил просто случайно и офигел, что вы сейчас там увидите. Так, вы как видите, уже мы далеко достаточно едем. Ну, как, вроде бы за поворотом должна уже быть эта секретная база. Так, да, вот на карте мы просто вглубь леса едем. И тут у нас такая поляна с центром, в ней база военная, скорее всего, секретная. Как вы видите, тут всякие гаражи, здания, также бетонная дорога, как вы видите, и там самое интересное. А самое интересное, да, гаражи еще раз показываю, а самое интересное это вертолет. Честно, я не знаю, как он называется, потому что не шарю я в авиатехнике. Но я точно знаю, что на таком вертолете у нас летал Владимир Путин, да. Это такая пасхалка, типа, скорее всего, секретная база, куда доставляют президента Российской Федерации. Что ж, ребята, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, а также оставляйте комментарии. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Не, ну база шик, конечно.